Приветствую вас. Я могу сказать, что, во-первых, если мужчина целует в щеки, то очень важен контекст такого рода действий. То есть, что такое контекст? Это совокупность тех смыслов, которые человек вкладывает в свои действия, и эти смыслы, как правило, прямо вытекают из того, какой человек и на каких основаниях вы выстраиваете отношения с человеком, ну, с мужчиной в данном случае. Ну, вот. Вполне вероятно, что вы свои выводы, то есть выводы о том, что так целуют друга, делаете вполне закономерно, то есть мужчина ведет себя отстраненно, мужчина ведет себя как, ну, как-то вот пытаясь держать дистанцию, да, вот. И, соответственно, если мужчина пытается держать дистанцию и не сближается с вами, вы чувствуете, что этого не происходит. И целует вас в щеки, то, соответственно, ну, совершенно логично, что вы будете думать про потребность человека как-то вот, ну, соблюдать какую-то дистанцию, да, вот, это, ну, это нормально, это нормально в данном случае. Другое дело, если подобного не происходит, да, то есть если со стороны мужчины нет ничего такого, то есть он никак не позиционирует свои действия как дистанцирующие, а просто вот так себя ведет. Но опять же, понимаете, исходя из вашего вопроса, непонятно, в каких вы отношениях с мужчиной вообще. То есть вы говорите, так целую, так не целуют девушку, которую хотят видеть рядом. А с чего вы взяли, что он вообще хочет видеть вас рядом? То есть конфликт непонятен. Может быть, мужчина ведет себя с вами ровно так, как он хочет, а дело все только исключительно в ваших ожиданиях, в том, чего вы от него, ну, чего вы ждете от человека, понимаете? Такая штука. Вот. Так что тут вот все крайне непросто нам, на мой взгляд, и нужно это выяснять. Я посмотрел ваш профиль, да, увидел, что вы вопрос свой задавали уже, правда, другой, где спрашивали о том, что делать с мужчиной, который относится к вам таким образом, что он держит дистанцию. И, собственно, вот сейчас вся эта ситуация выглядит так, что вы, ну, не можете как будто принять того факта, что человек решил от вас отдалиться. Вот. При этом вы, на мой взгляд, ну, как-то не очень понятно отреагировали на свой предыдущий вопрос, который задавали. Вы не выбрали лучший ответ там.
Вот. Вы не выбрали лучший ответ в своем вот предыдущем вопросе, хотя, на мой взгляд, это очень важно. То есть должно очень важно, чтобы вы выбрали лучший ответ, тем самым отблагодарив экспертов за силы и время, которые вам, значит, ну, дали. С другой стороны, совершенно очевидно, на мой взгляд, что проблематика у вас, проблематика своя в этой ситуации. То есть это именно вот, именно ваша проблема, того, что вы не можете принять поведение мужчины, да, вот, и, соответственно, ну, наверное, имеет какой-то вот смысл, да, ну, поразбираться немножко в себе, вот, имеет какой-то смысл, наверное, немножко вот поисследовать себя, да, вот, и постараться разобраться в собственной проблематике того, что вы так сильно, например, переживаете по поводу отношений, вот, и так далее. То есть вот мне кажется, что вам надо бы как-то вот в этом направлении двигаться, понимаете? Мне так кажется, что нам нужно двигаться в сторону какого-то, наверное, ну, в сторону какого-то исследования себя, в сторону попытки понять себя, в сторону попыток разобраться в себе. Вот. А вы пытаетесь понять человека. Ну, на самом деле, это дело очень неблагодарное, вот, и этим можно заниматься долго, понимаете, вот, этим можно заниматься очень долго, и в итоге ни к чему не прийти, к сожалению, от слова совсем, вот, поэтому постарайтесь обратить внимание на то, как и чем вас конкретно эта ситуация задевает. Постарайтесь обратить внимание на то, как конкретно вас эта ситуация напрягает. Постарайтесь обратить на это внимание. Это важно. И вот уже тогда, когда вы будете примерно понимать, что происходит, когда вы будете примерно давать себе отчет в том, что происходит ну, с вами, да, вот конкретно, тогда уже можно будет в принципе, говорить о помощи вам. Тогда уже можно будет говорить о том, как вам помочь и что можно сделать для того, чтобы вам помочь. Что можно сделать для того, чтобы оказать вам помощь, свою, ну, адекватную помощь. Вот. До тех пор, пока вы пытаетесь понять человека, до тех пор, пока вы как бы он, ну, я бы сказал, наверное, педалируете, подкрепляете свою тревожность, вот,
на мой взгляд, вот это то, что вы делаете. Вот, ну, ситуация не решит. И самое главное, что подобная фиксация на отношениях, она отталкивает и мужчину тоже, потому что он чувствует, что вы пытаетесь его к себе привязать, он чувствует какой-то элемент несвободы. И для перспективы отношений в этом ничего хорошего нет. Вот. А у вас, скорее всего, есть проблема, что вы боитесь одиночества или что достаточно болезненно переживаете то, что человек вам отказал в отношениях, при том, что я помню ваш предыдущий вопрос, вы в какой-то степени сами, может быть, чисто подсознательно давали ему повод в этом. Или изначально выстраиваете несерьезные отношения, что говорит о том, что серьезных отношений вы можете бояться, по-настоящему серьезных. Вот, вы можете их хотеть, но в то же время можете их бояться из-за своих внутренних конфликтов, вот, противоречий, страхов и так далее. Вот, поэтому так важно в этой ситуации разобраться как можно лучше, как можно более адекватно, как можно более полно. Да, именно вам в себе разобраться, не в человеке, да, не пытаться понять другого человека, а именно вот разобраться в себе. Вот. И это очень важный момент. Вот. Это очень важный момент. Для вас это очень важный момент. Только через такой подход, через такой подход, вы можете свою проблематику решить. По-другому, ну, наверное, никак. По-другому это сделать невозможно. Вот. В принципе, наверное, то, что я могу вам сказать, пока что. То, что я могу вам ответить, пока что. Исходя из вот того, что вы написали, исходя из вот тех моментов, которые вы озвучили. Вот, я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы, я надеюсь, что дал вам пищу для размышлений. Дайте, пожалуйста, какую-то обратную связь. Обратите внимание, что между вами и мужчиной даже достаточно большая разница в возрасте. Вот. Тоже такой момент достаточно, ну, значимый с точки зрения вот, ну, психологии, да, вот. Поэтому с ним тоже нужно и желательно поработать, вот, чтобы исключить вот возможный негативный аспект, скажем так, возможный негативный момент исключить, вот, потому что иначе вы рискуете просто быть несчастны и выстраивать отношения тоже, ну, будучи несчастны. Вот, я не думаю,
не думаю, что это вот то, чего вы хотите, вот поэтому давайте постараемся, ну, как-то вот в этой ситуации разобраться наиболее, значит, правильно, наиболее корректно, вот, наиболее с пользой для вас. Вот, и я думаю, что вы в итоге для себя найдете только лишь позитив, вот, ну, в этой ситуации для себя. Вот такой ответ я могу вам дать. На этом все. Я желаю вам еще раз удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.